Семьи погибших военнослужащих получат единовременную компенсацию в размере пятилетнего денежного содержания. Об этом на заседании правительства заявил министр обороны Сакен Жасузаков. Он отметил, что размер выплат составит от 4 до 7 миллионов тенге. Поддержка родным, по данным ведомства, была оказана для организации похорон. Министр сообщил, что состояние выживших военнослужащих сейчас удовлетворительное. Все они находятся под наблюдением врачей и психологов. На месте продолжают работать сотрудники следственных органов. Результаты расследования по завершению работы комиссии Сакен Жасузаков представит премьер-министру. В ходе предварительного расследования установлено, что прямой причиной трагедии явилось стихийное бедствие, связанное с аномальными погодными явлениями, не характерным для данной местности в это время года. Обильные осадки, завершившись резким потеплением, спровоцировали внезапный сход снежной лавины. В случае неординарной, вот эта часть существует уже 14 лет там, функционирует. В течение 14 лет они занимались, и в этом ущелье проводили занятия зимой и летом. Вот. И таких вот ситуаций не было.